Ни одни соревнования не проходят без награждений и подарков. Так было и на открытом городском турнире по боксу. В спортивной школе «Старт» было вручено несколько комплектов боксерских перчаток. Компания «Уралкали» традиционно как социально ориентированная компания. Участвует во всех спортивных, культурных мероприятиях нашего города. Мы желаем, чтобы наша молодежь, наши дети развивались, чтобы наши дети были заняты, были здоровы, крепки, морально и физически. Спортивный инвентарь лишним не бывает, признается тренер спортивной школы «Старт». Ведь на сегодняшний день под его чутким руководством учатся боксу 65 ребят. Учатся они, кстати, не только технике боя. Характер воспитывается, характер, отношение к делу, к учебе, в первую очередь, к учебе. Если ребенок будет плохо учиться, то ничего не получится с боксом. Я турнир оцениваю по помощи, которую оказал конкретно «Уралкали». То есть приобрели перчатки для соревнований, 6 пар. Но это весомый вклад в развитие бокса. Не секрет, что большинство секций развиваются благодаря поддержке предприятия. Обновление инвентаря, помощь в организации соревнований и не только. Вот и новые перчатки. Долго без дела не будут. Ребята Михаила Александровича уже опробовали их на турнире. Показывали технику точных ударов как новенькие, так и бывалые боксеры. На ринге боксировать будут 22 пары, 44 участника. То есть ребята побоксируют и, так сказать, закончат спортивный, плюсом к учебному спортивный год и разойдутся до нового уже спортивного учебного года. Самым маленьким спортсменам было по 6 лет. Несмотря на возраст, ребята показали, что ходили на занятия не зря. Поставлены удары и защита, но стремиться, конечно, еще есть куда. Вышел на ринг Фоци 9-летний Кирилл Илюхин. Для мальчика это уже не первые соревнования. Но все равно каждый выход на ринг как первый. 3 раунда, и на шее Кирилла красуется медаль за первое место. Как сегодняшний бой свой оцениваешь? Хорошо, победил. Соперник был тоже достойный. А как ты считаешь, какой у тебя самый лучший удар? Правый. Почему? В каждом турнире по боксу Кирилл набирается опыта, и наверняка совсем скоро на его счету будут одни победы. Что касается Соликамского открытого турнира по боксу, то все участники ушли с медалями и грамотами, а ученики школы «Старт» еще и с новенькими перчатками. Евгения Константинова, Максим Перелыгин, телекомпания «Соль ТВ».